Славянский район можно по праву назвать одним из центров спортивной жизни Кубани. Современные спортивные комплексы «Олимпиец», «Юность», «Лидер» регулярно принимают соревнования краевого и всероссийского уровней. Большинство чемпионатов и первенства краевого значения по легкой атлетике, настольному теннису, борьбе и боксу проводятся именно у нас. Теперь этот список пополнился и соревнованиями по спортивному туризму. В нашем городе прошел чемпионат Южного федерального округа по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. Спортивный туризм как вид спорта в нашем крае стал развиваться сравнительно недавно. Одна из самых сильных школ находится в нашем районе. Славянские ребята успешно выступают на различного уровня соревнованиях и составляют костяк сборной Краснодарского края по спортивному туризму. Славянский район стал одним из центров концентрации развития спортивного туризма в Краснодарском крае. Нам оказано уже второй год подряд честь проводить этот старт. У нас есть база, есть зал. Нам идут навстречу наши управление по физкультуре и спорту, дают зеленый свет добро, и мы проводим. Испытать себя и, конечно же, побороться за победу приехали спортсмены из Адыгеи, Крыма, Ростовской области и Краснодарского края. Всего около 200 участников. Приехали мы сюда уже не первый раз. В прошлом году в ЮФО тоже принимали участие. Ну, скажем так, пока набираемся опыта. Похвастаться призовыми местами на ЮФО не можем, но ребята настроены хорошо, готовились к этим соревнованиям осознанно. И если в том году у нас было 8 человек от делегации Республики Крым, в этом году уже 16. То есть потихоньку перенимаем опыт у опытных команд, опытных делегаций. Спортивный туризм включает в себя 12 дисциплин. Большинство проводят в природной среде, но некоторые можно организовать и в помещении. Например, соревнования на пешеходных дистанциях. Участники должны были на время подняться по скалодрому и преодолеть навесную переправу. Славянская команда была самой представительной. Воспитанники отделения спортивного туризма детско-юношеской спортивной школы «Белая ладья» выступали в составе сборной Краснодарского края и были настроены только на победу. Занимаюсь туризмом 4 года. Я представляю сборную Славянского района Краснодарского края. Мы готовились к соревнованиям достаточно долго, с сентября месяца. Эти соревнования для нас на данный момент самые главные. Мы должны победить, мы настроены на победу. Ожидания славянских спортсменов оправдались. Они в общей сложности завоевали 11 медалей, 3 из которых золотой пробы. А сборная Краснодарского края стала лучшей, обойдя представителей Ростовской области. Замкнули тройку призеров туристы из Республики Крым. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».